Ой, кажется, где-то я это уже видела. Это кадры с фильма «Дэнни Вильнёва. Прибытие», а это работа Сэма Фрэнсиса «Синие шары». И до того, как любители классического искусства начнут строчить комментарии, что одну абстракцию не отличишь от другой, давайте досмотрим это минутное видео до конца. Цикл работ «Синие шары» — это рефлексия художника относительно пережитой боли на фоне лечения от туберкулеза. Болезнь приковала его к постели на 3 года, вошла в ремиссию, а затем ударила снова. «Синие шары» отражают отчаяние и мучения во время самой болезни и переход к радости от того, что художник вновь смог вернуться к нормальной жизни. Луиза же, главная героиня фильма, проживает весь цикл эмоций от боли до смирения, когда узнает о неизбежной летальной болезни своей дочери. Дэнни Вильнёв, однако, напрямую связь с работами Сэма Фрэнсиса не подтверждал. Сам режиссер говорит, что ему язык гиптоподов напоминает кофейные пятна, что все еще не лишено визуального смысла в рамках фильма. Потому что гадание на кофейной гуще связано с желанием человека узнать свое будущее. А благодаря общению с пришельцами Луиза получает возможность воспринимать время не как отрезок, как точки на оси, доступ к которому можно получать одновременно. То есть, в каком-то смысле, получить опыт из своего будущего.